на футболе. Для вас сегодня работа. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет... на футболе. Для вас сегодня работа. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно... на футболе. Для вас сегодня работа. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно... на футболе. Для вас сегодня работа. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно... на футболе. Для вас сегодня работа. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно... Дидье Донг. Хорошо, он идет вперед. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Дидье Донг. Хорошо, он идет вперед. Такое впечатление, целил в угловой флаг.